Ну, наконец-то. Читаем. Да. Проштудировала. Мудаки бывают трех видов. Мудашка, мудист и мудаван. Мудашка. Молодой, начинающий мудень. Он много мундит, совершенно не по делу, бесполезен в быту. На него уходит уйма денег, заставляет гладить свои трусы. С ним надо разговаривать только командным тоном. Прекратить мундеть, вам тут больше не стелили. Мудист. Думает о своей машне, говорит о своей машне. Мир вращается только вокруг его машни. Кошечка, если ты очень хочешь... Можешь сделать мне минет. Работаем по системе мудословочка. А я как раз утром стала думать, кому подсос. Спасибо тебе, хрен с горы. Спасибо, что своей благодатной машиной мне весь вечер спас. Поехали ко мне. У меня есть скипидар и полиэтилен. Повеселимся. Мудаван. Самый опасный представитель семейства мудозвонных. Выглядит обычно как Аполлоний Блендерский. Приходит в вашу жизнь якобы подарком. Имеется там 5-6 махне. Вы будете 7-я. Но у нас-то тоже разновидности есть. Кукушечки-бледушечки, кукуньи-бледуньи и кукухи-бледовухи. Никто. Никто не гарантирован.